Желание было самому пойти. Да, конечно. И герой. Это героизм. Король гламура, любитель страз, перьев и эпатажа, народный артист Чечни, России и Украины Филипп Киркоров как никогда стал ближе к народу. Двухметрового артиста, выражая словами Собчак, заметили на автобусной остановке и всего лишь с одним чемоданом. Желание артиста поддержать российских военных, вернувшихся с украинского фронта, одни поддержали, другие назвали мерзостью. А вы как думаете, на что это все похоже? Не забудьте подписаться на наш канал, сейчас обо всем расскажу. Филипп Бедросович первым делом в Крыму посетил раненых бойцов в госпитале Феодосии. Зашел в палату, со всеми пообщался, пофотографировался, а заодно подарил билеты на свои концерты в Ялте и Феодосии. Подарил им и музыкальные диски с автографом. Парни остались довольны. Человек очень простой, отзывчивый, очень приятно, что пришел нас проведать. Вот. В такие моменты, когда видишь поддержку от людей, понимаешь, зачем мы там были. Поп-король всея Руси, который заступался за уехавшего из России Максима Галкина и за спецоперации России на Украине, все-таки открыто выразил свое мнение к происходящему. Россию он назвал великой страной, а участников военных действий на Украине – героями. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого в жизни – это жизнь. Я хотел их поддержать. Я хочу их сегодня пригласить на свой концерт, потому что пока мы там поем, мы развлекаем людей. Люди кушают мороженое, развлекаются. Они отдают свою жизнь за нас. Впрочем, не все были рады видеть Филиппа Киркорова в Крыму. В искренность артиста не поверили. Вот, например, актер кино, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал поп-короля эстрады мерзостью и сатанистом. Певцов требовал отменить концерты Киркорова. И все из-за скандального номера на юбилейном шоу, где артист выступил с крестом. Несмотря на то, что Киркоров давно за все извинился, Певцов все же жестко прошелся у себя в своем блоге. Если быть точным, вот что он сказал о Киркорове. Мерзость остается мерзостью, даже если она публично кается и готова выполнять все предписания своих работодателей. От признания СВО до посещения раненых. Вы знаете, можно по-разному относиться к Киркорову, не любить его, его творчество. Но я считаю главное, что ценно, то, что Филипп Бедросович не предатель. Мужчину, да и человека в целом, как известно, в первую очередь красят поступки. Эпатажный артист не уехал из своей страны, в отличие от некоторых, и продолжает работать во благо своей родины.